Компания Xiaomi объявила об обновлении фирменной прошивки MIUI до версии 8.2. В первую волну попало сразу 24 устройства, что делает данный релиз самым масштабным за всю историю MIUI. Среди поддерживаемых устройств Mi 2, Mi 2S, Mi 3, Mi 3S, версия для Unicom, так, Mi 4, Mi Note, Redmi Note и многие другие. Кроме этого, MIUI 8.2 будет доступна и для международных моделей. В первую волну вошли Mi Max, Mi 4i, Mi 4, Mi 3i, Mi Note и Redmi Note 4G. Среди нововведений MIUI 8.2 стоит отметить функцию анализа данных с целью предоставления пользователям большего числа интеллектуальных услуг. Также появились новые рингтоны, автоматическое управление задачами, обновленная панель уведомлений, центр безопасности и переработанные звуки фокусировки камеры, скриншота, зарядки, разблокировки и так далее. Кроме того, была добавлена функция Smart Desktop Assistance, позволяющая пользователям быстро настроить прогресс чтения электронных книг, использование интернет-трафика и прочие параметры. Пользователи поддерживаемых устройств получат обновление до MIUI 8i по воздуху в ближайшее время.